Ну вот, друзья, Наталья из Ставрополя, 29 апреля. Покажу вам свое новое увлечение из растений. Это жимолость, плодовая жимолость разных сортов. Вот, это у меня как бы, я увлеклась этой ягодкой, хоть ни разу ее не пробовала. Но судя по отзывам в интернете, по разным статьям в интернете, она очень-очень полезная. Жимолость – это жизнь и молодость. Она содержит кучу-кучу полезных для человека, необходимых для здоровья веществ. Причем в нее полезны не только сами ягодки, но и листики, и даже веточки. Вот у меня кустики цветут. Я их сажала и осенью, и парочку кустиков приобрела весной. Вот, это сорт у меня маленький, дохленький, из планеты Лето, сорт Сластена. Сейчас покажу бирочку. Вот, жимолость Сластена. Дай бог, что принялось, попробуем. А это самый знаменитый, который все ищут и разыскивают, Восторг. Если не пересорт, посмотрим, вызовет ли он восторг или нет. Бокчарский великан, колокольчик, сладкая палочка, лакомка, марена, камчедалка и еще одна марена. Ну, в общем, такие у меня новинки. Это зацветает еще одна новинка. Ирга. Насчет сорта пока не знаю. Скорее всего, обычная ирга, но хочу приобрести сортовую, канадскую, крупноплодную. Пока буду радоваться этой. Ой, у нас сильный-сильный ветер. И вот еще одна красавица. Это арония. Арония черноплодная, сорт викинг. Он у меня рано начал зацветать. Еще в прошлом году зацвел, дал пару ягодок. Это второй год у меня зацветает арония неро.